родители. А спросили, где девчонок? Танец надо? Да! Трезвый водитель Станислав. Услуга сервис, ну? Солидно. А то. Это что за придурок? Напарник мой, первый день в Москве. И запомни главное правило. Клиент всегда прав. Мы приехали. Красавчик, красавчик. Молодец! Это вы молодцы, что пьяных за руль не сажаете. Служу России, так сказать. Какие у нас есть с вами мужчины? От 80 до 250 тысяч рублей. Это уровень секса за еду. И мы с ними общаться не будем. Нравится? Yes! Москва! У вас в Москве война? У нас в Москве пятница, родной. Разгадница. Пожалуйста, ваш водитель. Доброй ночи. Мне водитель не нужен. Поехали. Мне номер нужен. Ты скоро? Тут это, короче, она плачет, просит с ней остаться. Что сделать? Тебя не слышно. Алло, алло. Ты где? Ридс Карлтон. Ты там хотя бы с мужиком? С мужиком, с мужиком. Я ничего не помню, что мне делать? Москвич? Москвич. И я. Чем вы увлекаетесь? Машинами. Продаете? Строю. Вы патриот. Я тебя поздравляю. С чем? Хорошим уловом. Край красная, черная. Черная. Я тебе потом все объясню. Дай денег. Ида! Что ты делаешь? Привет. Привет. Какие дальше будут указания? Можете ехать.